И в продолжении теперь уже дорожной безопасности. Парковка у всех образовательных учреждений запрещена или будет запрещена? К такому выводу пришла муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения. Причина – многочисленные обращения и просьбы родителей учеников. На данный момент установка запрещающих знаков согласована, а сами знаки закуплены. Вот как комментирует ситуацию глава округа Алена Сокольская. Работа еще будет продолжаться в этом направлении, поскольку закупка еще не в полном объеме проведена. Более 2000 знаков за предельно короткий срок последней недели августа были установлены. Наверняка вызвали ряд какого-то негатива у тех, кто привык парковать свои машины возле образовательных учреждений, порой не всегда даже связывая свое нахождение там с именно этим образовательным учреждением. Мы должны обеспечить в первую очередь возможность наших детей безопасно приходить в школу и спокойно из нее уходить. Поэтому эта работа будет продолжена. Прошу держать ее на особом контроле.